11-я миссия короля друидов. Запарился я ее переходить. Она не то что слишком сложная, но нужно быть очень внимательным. Так, направляем ресурсы с окрестных деревень в столицу. Быстренько строим армию. Пока что слабенькую, дешевую. Так. Поток священников. Ждем, пока построятся войска, и начнем, собственно, захват окружающих деревень. Пяток лучников давайте. Статов еще. Еще один лучник. Так вот, построили. Готов встретить опасность. Большое войско. Я скучаю по дому. И, собственно, выдвигаемся на зачистку окрестных территорий. Давайте первый захватим вот эту деревню. Нужно быстро наладить поступление пищи, потому что без пищи мы не сможем увеличивать население. Оно будет увеличиваться, но очень медленно. Вот. Не сможем кормить армию и так далее. Это основа экономики. Так, эту деревню мы взяли. Ресурсы сразу направляем в столицу. Давайте возьмем вот этот вот аванпост. Аванпост взяли. Далее, вот здесь вот есть где-то деревня. Вот эту деревню тоже берем. Служу людям. Мой дом Вальгалла. Заняли ее. Тоже ресурсы направляем в столицу. Там у нас должно было уже, как я понимаю, поднакопиться деньжат. Нам надо мула с едой создать, чтобы кормить армию. Так, цепляем этого мула к Лараксу. Так. У меня 6 лучников. Давайте еще 9 сделаем. 4, 5, 6, 7, 9. Ну и пару гастатов. Сами тем временем продолжаем зачищать окрестности, захватывать деревни. Я знаю секреты природы. Поклоняюсь Юпитеру. Вот еще одна деревня. Здесь. Служу людям. А, нет, это форпост. Тоже сгодится. Доверься моему молоту! Форпост взяли. Заканчивается еда. Давайте еще одного мула отправим Лараксу. Повелитель викингов! Так, тут палатка тевтонцев. Нас больше сейчас деревня интересует.
часа полтора-два, наверное, займет прохождение этой миссии. Я скучаю по дому. Даже полтора-то навряд ли, часа два. Готов встретить опасность. О, я устал от этого. Мой дом Вальгалла. Доверься моему. Так, вот деревушка. Молоту. А, нет, это аванпост. Как всегда. Ну, тоже возьмем. Взяли. А вот тут деревушечка. Я знаю секреты природы. Более лакомый кусок для нас. Готов встретить опасность. Так, деревня наша. Теперь направляем ресурсы в столицу. Уже прилично. Что случилось? Нас атакуют тевтонцы, но придется драться. Так, у нас ни хрена ничего не строится. Пяток лучников. Гастатов. 5 друидов, давайте. А, все, деньги кончились. Только скажи. Так, Йолдорин очень здорово достает. Ты где он? Йолдорин, уходи в сторону. Зараза, там какой-то гандон навел порчу. Вот эти вот два друида. Хорошо. Так, увеличиваем население в таверне. Мало населения, мало золота. Я скучаю по дому. Так, палатку тевтонцев захватили. Служу людям. Через какое-то время там появятся войска. Наши. Так, нужно подкрепление. Во-первых, туда надо мулы с едой отправить. Готов, как всегда. Становится. Щиты вперед! В принципе, давайте пока верфь захватим. Я знаю секреты природы.
чем население. Садился десант, как я понял, да? Я знаю секреты природы. Высадился десант, давайте. Скорейся моему молоду! Уничтожим героя в первую очередь. Так, и давайте, знаю, если получится, достанем этот корабль. Уничтожили корабль. Так, ресурсы с деревни направляем к нам. Так, у Ларакса полностью укомплектованное войско. Сейчас мы можем начинать создавать. Так, увеличиваем население. Сейчас будем создавать новых героев. Но сперва мы значит, модернизируем арену, чтобы потом прокачать героев до 12 уровня. Так, позволяет использовать команды «Бои глытят». Команда более высокого уровня. 2000 золота надо, у нас только пока нет. Так, давайте зачищать южную часть острова пока. А сел бы с припасами у нас есть. Снова увеличиваем население. Фактически, увеличивая население, вы обмениваете еду на золото, потому что за еду вы получаете население, а население дает золото. Так, вот, модернизируем арену, изучаем бои гладиаторов. Потом наймем героя уже не первого, а сразу 12 уровня. Заняли этот блокпост, аванпост. Только скажи. Давайте займем эту верфь. Так, на арене мы изучили бои гладиаторов, и теперь изучаем военную академию. Улучшает всех новых героев до 12 уровня. Но это нужно целых 3000 золота, которого у нас нет. Ой-ой-ой, нас травят. Я устал от этого. Вот этот мерзавец, сукин сын. Убить его, убили. Я знаю секреты природы. Двух человек я потерял. Захватываем эту деревню. Мечи готовы. Служу людям. Вот этот сукин я сын, знаю, убить его. Секреты природы. Захватываем деревню. Я знаю, когда я умру. Так, уже 6 человек я потерял. В общей сумме 44 у меня осталось. Так, тевтонцы. Такова жизнь. Придется драться. Ресурсы перенаправляем в столицу. Пахнет тевтон.
Ай, играть! Долго мы будем эту несчастную палатку захватывать? Черт возьми, опять этот нагнал туману. Я знаю, когда я умру. Сверху у нас отобрали деревню. Палатка тевтонцев наша. По вашему приказу. Только скажи. Так, тут у нас 3000 золота уже есть. Изучаем 12 уровневых героев. И сразу же под них уже начинаем производить. Ну, допустим, давайте. Пока что священников. Так, пару мулов с едой для Варакса. Вон они уже голодные. Луки готовы! Деревню. Секреты природы. Взяли все ресурсы в столицу. Я знаю, когда я умру. Черт возьми. Мой дом Вальгалла! Быстро, как ветер! Нам надо героя купить, 800 золота. У нас есть 800 золота, нанимаем героя. И под него сразу давайте, допустим, 20 лучников, 25. А, здесь надо изучить броню с шипами, чтобы производить претерианцев. Это стоит 4000 золота, жесть. Я дождусь именно, пока у меня будет 4000 золота. Я не хочу производить слабых юнитов. Я знаю секреты природы. Так, берем эту деревню голыми руками. Она наша. Служу людям. Так, я нанял героя. Теперь я буду ждать, пока у меня накопится 4000 золота. Давайте пока произведем вообще-то тогда 20 лучников. Ну, пока 10. Хватит. Атаковать вот эту деревню одним отрядом не получится. Бей и беги! Слишком мало. Так, нанимаем население за еду. Ой, тут опять нас травят. Отходим отсюда подальше. Будем вот здесь вот в стороночке пока стоять. Я знаю секреты природы. Охранять эту деревню. И ждать, пока у нас накопится 4000 золота. Пока что только 1000.
я отойду, тут пока, в принципе, делать особо нечего. Отойду на минуту. Подождите, а я что, нанял первоуровневого героя, что ли? Ну-ка. А, 12-го. Подождите, а что я собрался изучать-то? Я уже изучил 12-уровневого героя. Все правильно. То есть производим войска. 12 лучников, а потом я... А, я 4000, мне нужно было, чтобы изучить броню с шипами. Понятно. Чтобы производить претерианцев. Нам надо ждать, друзья. 4000 золота. Пока что 1500. Давайте пока тогда еду отправим. Я хотел сказать, еду отправим на верфи, но эти верфи могут захватить. Хотя не захватит, не позволим им захватить. У нас избыток еды. Отправим несколько мулов на верфи. К верфи, вернее, если быть точнее. Чтобы всегда была возможность подкрепиться, так сказать. С этих верфей мы будем, на этих верфях мы будем строить корабли. Так, сколько золота? 2000 всего лишь. Надо еще 2000. Ну что, давайте тогда ускорим время пока. Так, вот тут вот пытаются нашу деревню отобрать. Служу людям. Очень много друидов, сейчас замучимся их давить. Они будут лечить друг друга. Так, перебили, не позволили им отобрать нашу деревню. Отходим, отходим. Так, героя все-таки надо вот этого добить, я думаю. Мой дом Вальгала! Давайте героя убьем, а то он сейчас наших ослов порубит. Все, убили героя. Никого не щадит! И снова отходим. Так, что у нас там с золотом? 3400. Наконец-то скоро я смогу изобрести броню с шипами и будем строить принципов. Снова ускоряем время пока. Так, 4000 золота есть. Изучаем броню с шипами. Так, броня с шипами изучена. Начинаем строить претерианцев. Ну, сука, они стоят по 400 целых монет. Это очень дорого, друзья. Очень дорого, но это хорошее вложение. Не хочу я строить дешевых юнитов. И тресни. Еще и медленно производится, собаки. Давайте просто пока обойдем эту карту вот так вот. Секреты природы. Слегонца разведаем ее.
битвой! Че, у меня два друида всего осталось? Остальных перебили, что ли, получается? Так, отходим. Во имя Одина! У Ларакса всего два друида. Так, вот мы выманили неприятеля. И сейчас там... Сейчас будет серьезный замес. Я знаю секреты природы. Кстати, они... Им не поступает продовольствие, поэтому они пухнут с голода, и поэтому их легко будет задавить. Мы контролируем все окрестные деревни. Так, отходим. Только скажи. Так. Я знаю секреты природы. Нет, он не позволит нам зайти, он закрыл ворота. Отходим. Вот этот город, он фактически в блокаде, он не получает продовольствие. Поэтому они там пухнут с голода, они там все дохлые. Так, одного... Вот, как раз таки трех священников я сейчас Лараксу придам. Бойся Плутона. У него их всего двое, два. Полно тевтонцев халявных нам предлагают. Так, ну я буду строить претерианцев. Кошмар, как много еды. Давайте вот отсюда не будем еду отправлять в город, потому что там и так ее очень много. Чтобы солдаты не тратили мулов, а кушали прямо в деревне. Столько времени прошло, а я всего двух претерианцев построил. Ладно, давайте, короче. Во славу Рима! Укомплектую лучниками вот этого второго героя. Луки готовы? Нет у меня времени ждать, пока они там построятся. Сейчас укомплектую тевтонцами. Будем действовать им. Очень уж долго строятся претерианцы, просто ни в какие ворота не лезет, как долго. Так, всех тевтонцев я предал Марию. Так, ему теперь осталось предать еще... Да пребудут с тобой боги. 5 священников. Осада продолжается. Фактически противник здесь находится в осаде, потому что ему нечего жрать. У него армию кормить нечем. Так, второй отряд укомплектован. Начинаем ритуал. Почти укомплектован. Плутона. 45 человек в нем. Так, выводим второй отряд. Сейчас будем синхронно. В принципе, противник уже должен в этой деревне быть измотан. А, подождите, я забыл передать им это. Ослов с продовольствием. Давайте
Давайте даже трех ослов с удовольствием я придам. Марию. Так, ну и в принципе мы сейчас будем готовы начинать штурм. Эй, стой. Я хороший стрелок. Ладно, давайте начнем штурм, выносим эти ворота. Знание, сила. С катапультой заморачиваться не будем. Расстреляем луками. Так, тут мы можем тарианцев плодить. Да, мы сейчас возьмем легко, я думаю, этот город. Опытный воин, большая ценность. Сломали ворота, врываемся. Доверься моему молоту! Вот что-то, что стоит? Ух ты, как много у него друидов. И зараза, они, кстати, здоровые. Я думал, они будут голодные. Но они здоровые. Вот эти войска почему стоят здесь? Не приданный Ларакс, почему? Что мы творим? Готов, как всегда. Как-то пошло все не очень хорошо. По-моему. Да нет, вроде справились, правда. Героя мочить. Так, захватываем центральное здание. Взяли центральное здание, все, полностью этот город теперь принадлежит нам. Так. У нас золотом. Золота здесь много. Давайте отправим пару мулов с золотом в нашу столицу. Потому что там оно нужнее. Жрачки здесь вообще нет. Почему только... У него войска были не дохлые. Где они должны были быть дохлыми? Так, 9. Повторяться. Раз, два. 4, еще 5. У Ларакса 43 человека. У Мария 40. Священники нужны. Или священника нужно произвести. Ну, друидов мы можем здесь произвести. Вот здесь вот. Раз, два, три, четыре. Ларакса 4 друида, у этого 2 всего. Я знаю секреты природы. Луки готовы? Разделяй и властвуй. Одного друида. Так, здесь в бараках можно изучить улучшение. Среди всадника. Так, это в бараках. Мне нужно в кузнице модернизировать, чтобы я мог воительниц производить. Тут друида. Thank you.
сутенеров. Так, вот этот отряд третий. Я ему дал номер 3. Я знаю секреты природы. Я его оставлю охранять этот остров, пожалуй. Пускай они... Всю жизнь стреляю с лошади. Идут охранять вот тот порт. Так, Ларекс голодный. Нету жратвы. Лараксу мы придадим 3 мула. Жратвой. Так, и ему надо еще придать 7 лучников. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, ускоряем время, ждем. Так. Семь лучников для Ларекса. Что мы творим? Потому что у него мало стрелковых юнитов. Хотя нет, я погорячился, у него как раз таки прилично. Так, здесь создаем третьего героя. Вот, значит, претарианцы для него готовы и 20 лучников. Так, вернее, 4 претарианца еще. Раз, два, три, четыре. 20 лучников. Так, увеличиваем население. Ларекса давайте тоже подведем к деревне, чтобы они жрали там. А то сейчас всех мулов съедят. Так, герой есть. Есть 25 претарианцев. И ждем лучников, друзья. Ускоряем время, ждем. А, еще 2 друида нужно произвести. Произвели 20 лучников, даже больше. Значит, этому герою даем 2 номер. Знание, сила. У него войска будут даже лучше, чем у Ларекса. Элитная гвардия готова. Я скучаю по Не дому. Очень, может быть, это хорошо, но тем не менее. Так, у него 2 лишних лучника. Лучников уводим. 5 священников придаем. Так, вот теперь идеально. Идеальный отряд у нас получился. Так, третий отряд. Тут будет находиться. Ларекс будет сейчас. Так, почему у Ларекса друида нет одного? Так, ему друида. Я знаю, когда я умру. Друид пухнет с голоду. Так, и ему нужно еще придать 5 претарианцев. Давайте произведем 5 претарианцев. Раз, два, три, четыре, пять.
пяток священников на всякий случай. Ну и лучников. 8 лучников. Так, здесь золото немерено. Давайте отсюда золото отправим из этого города. Здесь, кстати, в бараках мы можем женские доспехи изобрести. Давайте воительниц, может быть, будем производить. Воительницы — это очень сильные юниты. Это самые, наверное, сильные юниты у галов. Так, а золото пока переправляем в Нарвию. Из этого города. Что приятно в этой игре, хорошая, понятная экономическая система и простая. Это очень радует. Золото переправляем. Есть немножко микроменеджмента, но это ерунда. Ну что, у нас есть 2 отряда. Нам нужно строить корабли, и мы сейчас будем вот этот проклятый остров захватывать. Да, мой план таков, чтобы не досаждали вот эти вот отравленные облака. Значит, золото нужно отправлять. Ну, давайте с этого же... Вот с этого города отправим 2 мулов. Вот на эту верфь. Почему на нее? Ну да, давайте на нее. И... армию Ларакса сразу же. Да не только Ларакса, и второе. Повелитель викингов! Корнелия туда же. Опытный воин, большая ценность. Отменяем отправку ресурсов с этой деревни, чтобы они там кушали. Кстати, нужно 2 мулов с едой придать, а то и 3. Корнелию. Трех мулов я ему придам. Так, мы золото отправили. Да, золото должно идти. Или нет? Ну, золото ушло. Значит, ждем, пока довезут золото. Так, первый мул прибыл. Строим военный корабль. Нам их 2 надо построить. Второй военный корабль. Для 2 отрядов 2 корабля. Так, и все равно у Ларакса не хватает народу. Ему нужно 5 претарианцев присоединить. Забыл. Где он? Я. Вижу Ларакса. Вот он. Сейчас опять скроется за зданием, наверное. Так, 5 претарианцев ему. Помни, ты смертен. Так, и тут начинаем производить. Много-много претарианцев. Как самые сильные воины. Население увеличиваем. Третий отряд, вот это он отвечает за охрану острова, только лишь. Так, корабли готовы. Корабли готовы, загружаемся. Я живу битвой! А, подождите, нет. Загружаться этим не надо. Ларакс, выходи. О, я устал от этого. Мы же ждем претарианцев. Пяток претарианцев должны к нему присоединиться. Мы правим миром. Так, тут все погрузились.
ждем погрузки Ларекс. Во имя Одина! Так, тихо-тихо, ну куда вот поплыл? Вот что ему надо, я не понимаю. Вот куда он поплыл? Сукин сын. Грузим мулов туда. Так, и вот два мула. Тоже три мула, тоже грузим. На корабли. Здесь вот очень опасный момент сейчас будет. Вот этот штурм этого острова. Там очень массово гибнут воины. Не знаю, с чем это связано. Я даже сохранюсь перед штурмом этого острова. С этого берега почему-то войска не выходят. Либо выходят, но застревают на берегу, поэтому с одного направления придется действовать. У нас на острове все спокойно, слава богу. Будем сейчас снимать проклятие, друзья. Все выгружаемся. Выгружается Ларекс. Щиты вперед! Выгружаться будем, нет? Так, выгрузились. Выгружается Торик. Выгружается Лилдорин. Такова жизнь. Выгружаются мулы. Выгружается армия. Я притарианец. От этого героя. Сейчас синхронно. Давайте я сохраняюсь. Начинаем синхронный штурм. Так вот, выделили все войска. Погнали. Тебе лучше вернуться туда, откуда пришел. Наша сила гораздо больше, чем у любого смертного. Возможно, но я не любой смертный. Атакуем. Так, я сохранился? Да, я сохранился. Если что, переиграем. Можно запросто потерять героев. Вот смотрите, какие дикие потери. Уже 44 человека у Ларекса. 40. Так, Торик погибает. Повелитель викингов! Торик погибает. А, черт, Торик, уходи. Так, Торик ушел, чудом спасся. Я вижу, какой именно ритуал провели эти священники. К их большому сожалению, я знаю другой ритуал. Теперь сила этих священников стала слабостью. Так, все, мы... Луки готовы! Мы пережили это нападение. Богу, Торик выжил. Сейчас друиды его слегка подлатают, я надеюсь. Захватим эту палатку тевтонцев. Заклевали мы тевтонцев. Возвращаемся на берег.
перекусим, подлечимся, потому что там... Скорей, скорей! Там мулы. Вот и вообще надо бы, конечно, сейчас армию восстанавливать. У Ларакса 27 солдат, у Корнелия 41. Маловато. Я думаю, может быть, за претерианцами сгонять. Давайте так и сделаем. Привезем подкрепление вот из этих претерианцев, допустим. Лучников. О, я устал от этого. Священники нужны? Священник один только нужен. Одного священника, одного. Поклоняюсь Юпитеру. Бойся Плутона. Так, ну и пару мулов с едой, наверное, тоже. А то и больше. Продолжаем плодить. 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15. 15 претерианцев и 15 лучников. Так, мулы с едой мне нужны. Тоже погрузим все это на корабль. Подкрепление идет. Потом мы нырнем в эту пещеру и будем последовательно зачищать острова. Так, этот мут стоит. Ждем прибытия войск. Претерианцы прибыли, лучники прибыли, мулы прибыли, священник прибыл. Все отлично, грузим их на корабль. Я скучаю по дому. И везем нашим героям. Черт, кто-то умер. А, это мулы. Мулы умерли, они сожрали всю еду, понятно. А мне их всего 3 штуки. Маловато, элитная, честно говоря. Элитная гвардия готова. Маловато. Всего лишь 3 мула. Лучники здесь! Так, священник. Да пребудут с тобой боги. Претерианцев всех. Со мной безопасно. Я скучаю по дому. Так, Ларакс полностью. Войска Ларакс полностью перегруппированы. Скрепляем за ним пару мулов. Так, ну а все оставшиеся войска даем Корнелию. Знание — сила. О, я устал от этого. Вот, и теперь, собственно, ныряем в эту пещеру. Не знаю, где мы вынырнем. На другом островке каком-то. Вот мы вышли. Ух ты! Я не думал, что мы выйдем здесь. Это мы, получается, мой дом, Вальгалла! Вышли на другом острове. Опытный воин, большая ценность. Это мы вышли. Я живу битвой! Как раз на том острове, где и. Так, раз, два. Так, что там? Нормально все? Мечи готовы. Да, все нормально. Второй отряд где? Глядь, куда они пошли? Что мы творим? Что они творят реально? И в пещеру надо, ё-моё. Я скучаю по дому. Жесть.
Так, тут мы тестоцев бьем. Причем бьем жестоко, без потерь, совершенно, со своей стороны. Так, палатку тевтонцев захватили. Подождите, это островок маленький. Это маленький островок, это не то, что я думал. Просто маленький островок. И поэтому зря я сюда направил второй свой отряд. Во имя Одина! Да, тут тупик, тут ничего интересного. Опять возвращаемся в пещеру. Служу людям. Сейчас грузимся на корабли. Продолжаем разведку. Разведку этого мира. И заметьте, кстати, противник даже не пытается меня атаковать. То есть вот у меня вот этот отряд, который должен охранять мой остров, он вообще бездействует. Так, грузимся на корабли. Элитная гвардия готова. Куда ты поплыл, ё-моё? Доверься моему молоту! Я живу битвой! Ох, я устал от этого. Луки готовы! Я знаю секреты природы. Следуй за мной! Черт, у нас закончилось продовольствие. Это плохая очень новость. Сейчас тогда я их высажу на остров и сплаваю за мулами с едой. Доверься моему молоту! Так, производим мулов. Давайте героя произведем, на всякий случай. Так, производим мулов. 6 штук сразу. Черт возьми, почему Корнелий в море высадился? Так, Корнелий. Разделяй и властвуй. Корнелий, куда поплыл? Исполняй мой приказ. Войска пухнут с голоду. Ну вот куда плывет? Я не знаю, что он хочет. Бред какой-то. Управление кораблями, конечно, в этой игре жесть. Этот корабль отправляем за ослами. Я преторианец. Так, слава богу, сейчас без приключений высадились. Ослы прибыли на берег. Ждем, когда их заберет корабль. Грузили ослов. Гружаем их. По 3 осла каждому отряду назначаем. По 3. Этим 3. Я
и этим трем. Все, продовольственный вопрос пока что решен. Что происходит? Тевтонцы, атакуем. Блять, у нас все дохлые. Боюсь, что будут потери. Эти куда пошли? Пока нет потерь, к счастью. Хотя у нас войска довольно дохлые, особенно священники. При смерти фактически. Претарианцы — это сила. Вообще без потерь пока. Потихоньку продолжаем плодить войска. Так, ну что, у нас совершенно без потерь. Почему вот эти священники дохлые? Почему их никто не лечит? Подождите. Тут 18 человек. Их не высадили на берег. Что мы творим? Надо Корнелию присоединить. Корнелий, вот он. Я слишком стар для этого. Так, все. У Корнелия, к сожалению, потери. У него 36 человек осталось. А, нет, вот лучники. Лучники здесь! Погружаем лучников. Вот лучники в корабле почему-то остались, не выгрузились. Что мы творим? Корнелию. Лучники здесь! Все, сейчас их подлатают наши друиды. А мы продолжаем путешествие. Только я не знаю, в какую сторону идти. Во имя Одина! Тут где-то должна быть еще одна пещера на этом острове. Служу людям. Вот она. Я знаю секреты природы. Такая, первым заходит отряд Ларакса. Во славу Рима! Не знаю, где мы выйдем. Вот мы где вышли. Ага. Высадились. Все с нами. Никто не потерялся. Мы можем купить карту, кстати, в таверне. Чтобы купить карту, надо напоить бесплатным вином. Давайте напоим. Я живу битвой! С картой намного будет легче и понятнее. Повелитель Викинга! То есть она убирает туман войны, но мы, в принципе, и так уже открыли почти всю карту, на самом деле. Ага. Луки готовы. Вот деревушка. Захватываем. Я знаю, когда я умру. Без сопротивления. Деревня наша. Обследуем остров. Со мной безопасно. Мы правим миром. Скорее всего, тут где-то тоже есть пещера. Угу, вот она. Так, ныряем. Опытный воин,
большая ценность. Ныряем в нее. Эй, мы куда пошли? Служу людям. Нам в пещеру надо. Я знаю секреты природы. Не знаю, где мы выйдем. Так, ресурсы с деревни переправляем тоже к нам в столицу. Будут плавать лодки. Так, вот мы выгрузились. О, я устал от этого. И вот теперь самый важный момент начинается. Нам нужно захватывать этот остров. Я живу битвой! Это не так-то просто сделать, друзья. Тут очень сильная армия противника. И давайте вот сейчас-то как раз-таки мы и пришлем. Нет, подойти, это не надо подойти. Стоим здесь. Сейчас формируем третий отряд. Знание, сила. Дадим ему Ctrl 3. За мной безопасно. Там нужно очень много войск, друзья. Очень много войск. 37 этих. 37, 5 надо священников. То есть 8 только лучников всего лишь. Лучники здесь! 8 лучников я к нему присоединю. Так, и производим 5 друидов. Раз. Так, 8 лучников. 5. Где этот герой чертов? Вот он. Восемь лучников ему придали, и сейчас пятерых. Так, ослов с едой производим обязательно. Сейчас захватим форт Аванпост и будем туда переправлять пищу. Вот что мы сделаем, точно. Чем возиться с этими ослами? Так, 5 священников готовы. Вот, готов очень хороший третий отряд. Отправляем его вот на этот берег. Так, кого-то не хватает. 49 человек его подразделение. Ну ладно, в принципе. Хотя почему хрен? Давайте лучника добавим. Еще одного. Так, все. Отправляем его на это побережье. Туда корабль. Туда корабль. Где корабли у нас? Корабли все черт знает где. Так, сюда корабль. Сейчас их забираем. И будем атаковать тремя группами сразу. Занимать этот остров. Сразу же здесь можно начинать продолжать строить войска. Луки готовы! 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Викторианцев. Нам сейчас главное занять форпост и наладить туда поставку продовольствия. Занять может быть непросто. Что мы творим? Да, блять, куда ты попал? А, ну все, грузится, вроде грузится. Так, ждем ослов. Там ослы отстали. Ослы что стоят? Да, потому что войска погрузились. Да стоит и тут. Так, ослы. Сюда. На корабль. Так, у этих пока жрачка есть там наверху, слава богу. Так, все. Выгружаемся. Так, у этих закончилась жратва. Срочно выгружаем ослов. Я скучаю по дому. Выгрузились. Захватываем. Ребята, захватываем этот аванпост. Я даже сохранюсь, потому что сейчас очень важный момент. О, я устал от Мы приступаем этого. К самому главному. Мы приступаем к захвату вот этих вот всей верхней части карты. Так, погнали, погнали.
Смотрите, какая у нас огромная армия. 150 юнитов. Это не шутки. Понятно, что мы как лавина сметем. Все смели. Значит, налаживаем поставку. Нет, нам надо сейчас захватить аванпост. Лучники здесь! Заняли. Я знаю, когда я умру. Так, заняли этот. Так, значит, закрепляем ослов с героями. Этого за этим. Эти остальных непонятно за кем. В принципе, они все действуют примерно вместе, поэтому пусть будет за Лараксом. Так, нам нужно наладить поставку продовольствия в этот аванпост. Это очень важно. Но пока непонятно откуда. С этой деревни, что ли? Да, вот я с этой деревни наладил отправку. То есть мул будет подходить к берегу, он превращаться в лодку и переправлять в этот аванпост. То есть пища у нас уже есть. У нас есть плацдарм. Правильно понимаю? Правильно. Пошла пища. Так, а мы продолжаем двигаться по карте. Захватываем эту деревню. Только скажи. Луки готовы. Заняли. Заняли эту деревню. Тогда в этот аванпост смысла отправлять нет. У нас уже есть деревни. Поклоняюсь Юпитеру. Помни, ты смертен. Так, началась заруба. А, ну это тевтонские всего лишь всадники. Хрен с ним. Без проблем. Справимся. Все, и эта палатка тевтонцев наша. Мы сейчас как лавина будем двигаться по этому острову, захватывая все на своем пути, потому что у нас очень большая армия. Корнелий всего одного человека потерял. Не страшно. Так, продвигаемся дальше. Во имя Одина! Так, мы правим, по-моему, миром. Начался голод, если я не ошибаюсь. Ну-ка. Да. Сожрали всю еду. Тихо, тогда мы тогда отходим. Доверься моему молоту! Так, нам нужно все-таки направить ресурсы. Допустим, вот отсюда. В эту деревню. Ну-ка, в этот. Да. Отправляем ресурсы. Вот отсюда. В эту деревню нам нужно перекусить. Со мной безопасно. Все отходим. Разделяй и властвуй. Голодными много не навоюешь. Так, не хватает пищи, друзья. Черт, здесь надо лодку вручную, что ли, создавать? Блин, тут надо лодку-то, оказывается, вручную создавать. Ой, блядь. Ну что, мне тогда придется сейчас мулов грузить? Аж чуть ли не вот отсюда. Да. Сразу тогда давайте десяток мулов создадим. Десяток. Чтоб уж наверняка хватило. У нас ничего не строится. Есть так претерианцев. Побольше претерианцев и лучников тоже. Так, мулов с едой создали. Отправляем их к этому берегу.
Да, уж столько еды нам надолго хватит. Сюда корабль. Черт, что там? Плохо, что мы голодные. Так, вот мулы прибыли. Так, сколько? 6 мулов. Еще не хватает. Должно быть больше. Ага, вот они только идут. Так, давайте пока этих... Пока эти отправим сюда. Пока те мулы дойдут, еще хрен знает, сколько времени пройдет. Эй, не-не-не. Выгружайся. Мулы, выгружайтесь. Так, выгрузились мулы. Цепляем их за любым героем, в принципе, без разницы. Снова возвращаем корабль. За новой партией жратвы. Так, и снова. Снова сюда. Я думаю, тут противнику взяться неоткуда, поэтому часть продовольствия оставим вот на этом аванпосте. Черт, тут нет аванпоста. Ну, пусть тут стоят, ничего им не случится, я думаю. Я не буду все 20 мулов гонять с армии. Так, ну и теперь, собственно, двигаемся дальше. Такова жизнь. Последовательно. Очень большая армия, все отлично. Служу людям. Я преторианец. Знание — сила. Красота, да и только. Люблю эту игру. Интересная. Всю жизнь стреляю с лошади. Атмосфера есть, как ни странно. То есть вроде графика такая примитивная, но есть атмосфера, музыка во многом играет положительную роль. Такова жизнь. Музыка в игре очень даже приятная и даже не надоедает абсолютно. Не давит на мозги. Пару саундтреков я даже, наверное, выложу на Ютубе отдельно. Нравятся они мне. Так, я думаю, что все-таки опасно держать мулов на таком большом отдалении. Подведу их поближе к войскам. Служу людям. Во славу Рима! Друзья, ну такая толпа. Неужели мы не захватим чертов город? 48 человек в центральном здании. Я живу битвой! Так. Помни, ты смертен. Так, подождите, они что тут надумали? Скорей, так нас скорей. Больше. Исполняй нас мой больше, приказ. Давайте попробуем просто захватить. Да. Все. Началась мощная заруба. Такова жизнь. Все, мы их быстро переработали. Даже глаза моргнуть не успели. Все. Захватили этот аванпост. Эти куда побежали? Куда побежали-то, я не понял. Так, сюда. Мой дом Вальгалла! Как лавина мы проносимся. Давайте ослов отправим в аванпост. Давайте разведаем. Доверься моему молоту! Не будем сразу переть на мы город, правим миром. Что
там, скорее всего, будет серьезная заруба, очень рискованная. Нужно... А может быть, просто купить карту? У нас 4670. Блять. Только скажи. Лучники здесь! Боюсь, что... А, блять. Во имя Одина! Началось месиво, друзья. Так, отходим. Следуй за мной. Отходим. Все отходим. Всю жизнь стреляю с лошади. Мистер, как ветер. Так, отходим. Выманиваем их подальше от стен города. Доверься моему молоту! Ну что, я думаю, давайте попробуем штурмовать уже, начинать все-таки. Повелитель викинга! Все в атаку. Луки готовы! Понеслась. Хорошо, что он часть своих сил вывел за стены города. Блять, замочили нашего. Лучники здесь! Даже не... Блять, Лёлдорин погиб. Чё за бред? Так, загружаемся. Загружаемся. Хорошо, что я сохранился. Доверься моему молоту! Я не понял, как Лёлдорин умудрился погибнуть. Это чё тут стоит? Блять, опять Лёлдорин погиб. Я не понял. Давайте его вообще в сторону отведем. Я знаю, когда я... Уведем его вообще в аванпост. Так, погнали мы их прочь. Че стоим-то, я не понял. По вашему приказу. Стоят как истуканы. Опытный воин, большая ценность. Так, атакуем ворота. О, я устал от этого. Все атакуем ворота. Так, врываемся на территорию. Элитная гвардия готова. Помни, ты смертен. Блять, ну чё стоял? Я скучаю по дому. Погиб герой, понятно. Погиб герой из второго отряда. Все на территорию. Мы правим миром. Да, месиво, конечно. Мне не нравится, как развиваются события. Со мной безопасно. Ну, вроде справляемся. Вроде все-таки перевес у нас какой-то есть. Помню, это захватить этот город, это цель миссии. Одна из двух целей миссии. Нет, похоже, что мы не справляемся, друзья. Надо отступать. Отходим. Так, здесь надо нанимать срочно героя. Нам надо отходить. Черт, Лёлдорин. Опять Лёлдорин погиб. Нет, Лёлдорин, уходи, уходи, уходи. Я знаю секреты природы. Так, все отходим. Все отходим. Тут что происходит?
Торик погиб, блядь. Да что такое? Снова загружаемся. Короче, не атакуем. Я живу битвой! Нам нельзя атаковать. Я знаю секреты природы. Этих сил недостаточно для атаки. Доверься моему молоту! Так, подальше их от стен города отвести. А теперь вот можно... Ох, я устал от этого. Переходить в контратаку. Я скучаю по дому. Что, как мы... Блять, опять Лил Дорин погиб. Ёб твою мать. Где этот пидорас, блять? Заебал. Только скажи. Так, все отходим. Элитная гвардия готова. Знание – сила. Сейчас Торик погибнет. Торик, естественно. Я живу битвой! Под раздачей. Так. Значит, этому Ctrl-1. Где Торик ебучий? В сторону его. Во имя Одина! Этого, в сторону. Такова жизнь. Этому Ctrl-1. Вот. Теперь отходим все в сторону. Готов встретить опасность. Нам нужно выманить их подальше. О, я устал от этого. Так, теперь можно переходить в контратаку. Что мы творим? Я претарианец. Крепость так просто не возьмешь, блин. Так, Лил Дорин, пидорас, извиняюсь. Значит, его вообще... Только скажи. В аванпосты больше, чтобы не лез вообще никуда. Так, здесь нам нужно произвести на арене героя. Нам нужен третий отряд. В принципе, мы можем и четырьмя отрядами даже атаковать. Помни, ты смертен. Нет, отходим. Я скучаю по дому. Можно, в принципе, даже... А слов что, перебили всех? У нас жратвы нет, друзья. Готов, как всегда. Так, давайте все же... Мы правим миром. Залезем в этот аванпост. Черт возьми. Опять огромная армия несется. Давайте спрячемся в аванпосте. Отсюда нам нужно прислать жратвы побольше. Перебили всех наших ослов. Всех ослов сюда. Хорошо, что, кстати... А, запас еды я успел выгрузить в аванпосте, слава богу. Так, здесь формируем отряд. 5 священников. У этих что там? У этого есть священники? Так мне 3 героя надо. Мне надо еще 2 героя. Значит, еще 2 героя создаем. Вы оставите нас в покое, нет? До Торика добрались. Он, в принципе, за себя может постоять. Давайте его отведем. Вот сюда. Доверься моему молоту! Так, у нас 3 героя. Так, этому Ctrl-2. Один претарианец ему. Так, тут надо лучников что-то произвести. Че? Так, претарианцев. Владим претарианцев. Владим лучников.
священников тоже можно. Так. Так, 5 священников и оставшихся лучников ему. Вот у нас готов второй отряд. Отправляем его на корабль. Так, и еще одного героя тоже на корабль. Там, в принципе, ему есть войско. На остальные пусть просто. Так вот. Так, корабль где? Корабль вот. Кто-то тут голодный. По вашему приказу. Так, мы сейчас все-таки доклюем. Доклюем эту деревню однозначно. Грузим корабль. Так, и этого героя. Разделяй и властвуй. Ему там будет работа. Так, а не два ли героя нужны? Да, нужно же два героя, друзья. Еще одного героя туда. Корабль. О, черт возьми. А, ну, в принципе, у меня есть для этого отряд. Я хорош. Который сейчас их добьет. Так, они каким-то образом высадились у меня на острове. Хорошо, что у меня на этот случай есть специальный отряд. Справились. У нас что? Еще одного героя туда надо. Во славу Рима! Ну где он? Где? Так. Знание, сила. Сейчас перегруппировываем силы и новые. Ты что, ты будешь? Чё, во славу Рима! Ему там места не хватило, к сожалению. Так. Загружаем корабль где-нибудь здесь. Опытный воин, большая ценность. Второй отряд готов. Исполняй мой приказ. Гружаем мулов. Гружаем этого героя. Разделяй и властвуй. Большая ценность. У нас будет вторая попытка штурма. Так, второй отряд полностью укомплектован. Первый отряд тоже полностью укомплектован. А что, жратвы нет, что ли? А, они все голодные, жратвы-то нет. Ну, сейчас подвезут еду. Давайте сразу еще тогда мулов создадим. Очень много жатвы надо на такую армию. Значит, первый отряд готов. Выгружаем его. Что мы творим? Второй готов. Третий готов. Третий тоже нормально. Лучники здесь! Четвертый отряд с героем. А, четвертый он здесь. То есть мне нужен... Так, четвертому я тогда Ctrl-5 даю. Во славу Рима! Ослы идут, сейчас ослов погрузим на корабли, на корабль. Подвезли продовольствие, погрузили на корабль.
выгрузили продовольствие. Блять, я не успею. Сколько им жратвы надо? Я только и буду делать, что возить им жратву. Исполняй. Армия большая. Армия слишком, может быть, даже большая. Хрен прокормишь. Так, этого героя. Опытный воин, большая ценность. Так, готовые войска. Луки готовы. Отводим. И те, кто остался. Подождите. Так, Корнелий. Готова. Здесь. Все войска, в принципе, укомплектованы. 4 группы войск. Сожрали уже всю еду. Так, закрепляем ослов с героями. Каждому герою по одному ослу. Смотрите, друзья, ну 4 отряд из 4 целых человек, ну неужели мы опять не захватим эту чертову деревню? Давайте начнем штурм. Это очень большая. По славу Рима! Это очень большая сила. Исполняй мой приказ. Блять, эти не те. Этим что мы творим? Этим Ctrl 5 надо дать. А вот этому. Ctrl 4. Я слишком стар для этого. Так, надо брать эту деревню, друзья. Ну сколько можно? Во славу Рима! Знание, сила! Нет и жратвы, к сожалению, не хватает. Так, понеслась. Лучники здесь! Разделяй и властвуй. Начинаем. Первым делом выносим ворота. Ах, я скучаю по дому. Так, ворота сломаны. Разрушай и грабь. Исполняй мой приказ. Врываемся опять на территорию. Кошмар. Как я вас должен всех перелопатить? Вы мне объясните. Как? Так, чуть-чуть ускорим время. Корнелию тяжко приходится. Ларок, что радует, в порядке. Так, что там у них в центре общины? Никого там нет? Отлично. Ну, вот вроде бы в этот раз мы должны одержать верх. Да, смели. Смели к чертям собачьим. Сопротивление, все. Так, захватываем центральную постройку. Рима! Захватываем центральное здание. Захватили. Захватили. Нет, подождите, ни хрена мы не захватили. Так, продолжаем мы захват. Правим миром. Элитная гвардия. Там 40 галлов скрывается, но ускоряем время. Все, захватили, черт возьми, эту деревню. Так, щелкните правую кнопку мыши, чтобы отправить подразделение. Мне сообщили, что вы захватили Эллин и Сарабат. С нами говорит Цезарь. Совершенно очевидно, что ты способен на многое.
Спасибо, Цезарь. Может быть, теперь ты заслужил право еще раз повести мои войска к победе. Ты и в самом деле стал еще более ценным для меня человеком. И все же я очень расстроюсь, если ты не оправдаешь мое доверие. Ты заслужил право выбить варваров из моих владений близ Тратуя. Мой верный подданный Борий находится там, но он стал стар для битвы, большую часть своего времени посвящает торговле. Ты можешь приказывать ему, если сочтешь нужным. Кроме того, я выделю вам некоторое количество золота и крестьян, а также несколько элитных стражников, чтобы охранять все это. Принеси мне победу, Ларакс. Мы прошли, друзья. Вот началась следующая миссия. Приветствую тебя, Ларакс. Когда-то я тоже вел легионы Цезаря в бой, а теперь я всего лишь управляю Тратуя. Борий? Я слышал о тебе. Цезарь сказал, что ты можешь помочь мне. Я и вправду могу. Управляя этим городом, я узнал многих наемников. Если ты принесешь достаточно золота, я смогу нанять армию. За 5000 ты получишь небольшой отряд, за 10000 несколько отрядов, а за 15000 армию. Заплатив 25000 золота, ты получишь армию достаточно, чтобы очистить эти места от варваров. Где же я добуду столько золота? Я бы посоветовал тебе захватить несколько крупных городов. Все они погрязли в долгах, так что завоевать их будет несложно. Выплатив их долги, ты сможешь затем получить с этих городов доход. И еще, последние атаки варваров вынудили крестьян покинуть города к северу отсюда и прийти ко мне. Полагаю, тебе стоит помочь им, чтобы затем они помогли вам. Это хорошая идея. Борий, а есть ли где-нибудь неподалеку крепость? Не знаю, все, что мне известно, где находятся некоторые нейтральные города. Я слышал о группе друидов, которые могут проводить ритуалы огромной силы. Не бойся, Борий, очень скоро все это будет принадлежать Риму. Да прибудут с тобой боги, Ларакс. Если вам понадобится помощь, просто пришли мне 5000 золота, и я вышлю небольшой отряд наемников. Так. Все, друзья, это уже следующая миссия. Всем пока, спасибо за внимание.